Приветствую вас, дорогие друзья, гости моего канала «Цветочный сад» у Аленушки. Очередная партия черенков хризантемы готовы к отправке. Сегодня я работала целый день, считай, что упаковывала в стаканчики сами, потому что упаковка идет вот такую пленочку. То есть в пакет маленький я помещаю стаканчик и его потом скотчем вокруг вот здесь вот так закрепляю. Получается черенок вот такой. Черенки разные от мала до великого, в зависимости какой сорт и какой срок укоренения. Рассылка по всей России сейчас на данный момент. И пока что я не могу определиться, есть ли излишки или нет. Только буду видеть после того, как отправлю уже все заказанные оплаченные растения. Итак, друзья, сейчас я быстренько пробегусь и расскажу вам, кому я отправляю. Поэтому встречайте свои посылочки. Трек-номер всегда указан на чеке. Я всегда добавляю чек после отправки. И вы спрашиваете, напишите, пожалуйста, трек-номер. Вверху на чеке стоит номер всегда. Его можно найти и отследить по этому номеру, где находится в данный момент ваша посылочка. Сейчас я быстренько пробегусь, расскажу, чьи растения поедут и в какие регионы. Итак, вот в этой коробочке размещена вот такая коллекция хризантемы для Сергея Афонина, Ростовская область. Встречайте, ваша хризантемка готова к отправке. Останется только упаковать коробочку. Итак, следующий набор хризантемы поедет у нас Владикавказ. Владикавказ, Анжелика Дудаева. Ваш набор тоже готов к отправке. Следующий набор, который вот в этой коробочке, едет в Белгородскую область для Любови Цирковой. Любовь, встречайте вашу хризантемку. Следующая отправка будет в Нижегородскую область для Натальи Медведевой. Здесь в основном корейские сорта хризантемы. Этот набор отправляется в город Казань для Риммы Командировой. Встречайте, ваша серия Энби. Вы заказывали одну серию Энби. Все 4 расцветки отправляются к вам. Эта хризантема отправляется в Пермский край для Татьяны Алешкиной. Следующий набор едет в Московскую область для Елены Червакова. Ваш набор тоже готов к отправке. Так, здесь 2 набора, они небольшие. Один набор едет к Ольге Федоровой в Кемеровскую область, а второй набор едет к Нине Левиной, Архангельская область. Самый большой набор на сегодня едет в Свердловскую область для Галины Шуниной. Вашу хризантемку тоже упаковала. Сейчас все растения буду помещать в коробке в лежачем виде. Здесь у нас 2 набора. С этой стороны для Натальи Евлампиевой, Тамбовская область. Вот ваш наборчик. И в Московскую область для Натальи Спириной отправляется вот этот набор хризантемы. Еще решила упаковать 2 посылки. Как говорится, ночь вся еще впереди. Для Закуриной Таисии, Ставропольский край. Там у вас уже хорошо плюсовые температуры. Встречайте свою посылочку. И завершающая на сегодня посылочка поедет в Ростовскую область для Смирновой Натальи. На этом, друзья, все. Но в конце видео вам немного моей красоты на участке. Сейчас так великолепно зацвели крокусы. В этом году как-то они рано зацвели, не успел сойти снег. И вот такая уже яркая красота. Одно видео вам уже снимала. Как полностью будет цвести вся красота. Их сортов очень у меня много. Излишки я каждый год продаю. Летом будет альбом. Все растения, все продажи в Одноклассниках. Ссылочка на Одноклассники будет под этим видео. Ну и все, друзья. Понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх. До новых встреч, до новых интересных видео.